А сейчас о ситуации с коронавирусом. За последние три дня заболело 1138 приднестровцев. За это время ковид унес жизни 24 человек. Всего в Приднестровье скончались 1430 ковид-положительных пациентов. В среднем в сутки заболевает 385 человек. Еще неделю назад эта цифра была 331. Рост ковид-инфицированных отмечается девятую неделю подряд. Сейчас носителями ковид-19 являются 4018 приднестровцев. 1829 из них проходят лечение в условиях специализированных стационаров. Общая загруженность сети инфекционных госпиталей составляет 86%. Тяжело переносит коронавирус 347 человек, 19% от общего числа госпитализированных. 49 являются пациентами реанимационных отделений, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. 2189 приднестровцев проходят лечение на дому. В период с 11 по 17 октября госпитализация понадобилась 121 такому пациенту. В условиях контролируемой самоизоляции находится 2860 человек. 4% заболевших – это дети. Болеют коронавирусом 72 ребенка. Из них 33 проходят лечение в специализированном детском госпитале, развернутом на базе Бендерского центра матери и ребенка, сообщает пресс-служба главы государства. Действует механизм точечной изоляции классов, в которых обнаружен носитель вируса. На карантин закрыто две общеобразовательные школы, 129 учебных классов, полусотни общеобразовательных заведений, больше 50 групп в 34 детских садах. Однако предпосылок к всеобщему переводу образовательной системы на дистанционное обучение нет. Как минимум до конца текущей учебной четверти в Приднестровье будет действовать классическая форма обучения. В рамках антикоронавирусных мероприятий школьников переведут на пятидневку. По мнению президента Красносельского, немаловажным фактором для укрепления иммунитета является своевременный и в достаточном объеме отдых.